250 участников и 19 комплектов наград. В Каспийске прошло первенство Дагестана по смешанным единоборствам. Сильнее других оказались спортсмены из Хунзахского района Махачкалы, Избербаша, Кизляра и Кизилюрта. Они выступили лучше своих соперников. Дан Шугум расскажет, как все было. Уроженец Махачкалы Али Рабаданов смог взять верх над своими соперниками в весовой категории до 73 килограммов. Выходец из селения Джинаби Кайтакского района, победитель первенства Дагестана по всестилевому карате прошлого года и чемпион межрегионального турнира в Избербаше. Я провел здесь два поединка. Первый мой соперник был из города Махачкалы. Второй, я не знаю, откуда он был. Но самый сложный бой был в финале. Соперник был очень сильный и физически, и технически тоже. Среди триумфаторов турнира и его одноклубник Гасан Хасаев, призер первенства округа по грэпплингу, оказался первым в весе до 80 килограммов. За год карьеры для выходца из селения Даргели Карабудакенского района победа на первенстве Дагестана по смешанным единоборствам пока самое значимое спортивное достижение. Он держал мне расстояние, и мне было очень тяжело соперничать с ним со стойки. Я пропускал очень много ударов. Я победил его из-за борьбы. За последние годы смешанные единоборства стали очень популярны в республике. Первенство Дагестана среди юношей собрало около 250 участников. Они определили обладателей 19 комплектов наград. Среди чемпионов представители Махачкалы, Кизилюрты, Кизляры, Избербаша и Хунзахского района. Это мероприятие посетили практически все районы и города республики. Хунзахский район, Кизляр, Дербентский район, Кизилюрт, Хасавюрт, Каспийск, Избербаш, Махачкала. Все здесь присутствуют. Хивский район есть. Наибольшее количество забрал Махачкала. По итогам соревнования наставники сформируют команду республики для участия в первенстве СКФО. Пройдет оно в Нальчике с 20 по 23 февраля. Дан Шугом, Вадим Шамхалов. Время новостей. Каспийск.